Доброе утро. Доброе-доброе утро. Ну что, глицерин-то наш расцвел. Как он там, гиацинт. Он такой желтенький. Его пока еще не едят. Он, кстати, пахнет очень. Ну что, тут Туся. Ой, я встала, открыла проветривать. Все, у меня сегодня сильно, сильно много работы. Поэтому нельзя засыпать. Надо собраться. Повесила вчера полотенечки новые. Ну, сюда повесила. Руки вытирать, еще что-то вытереть. Кружечку новую повесила. Такого нереального цвета. Тарелки, конечно же, новые там. Куда без тарелок? Да. И старые котики. Тюльпаны сегодня, наверное, уже все. Я на ночь сюда ставлю, потому что... Потому что иначе пазу разобьют. Даже не то, что тюльпаны погрызут. Дуся с этим уже справилась. А то, что пазу разобьют, вот это будет жалко. Ладно, девочки, мальчики, доброе утро. Доброе-доброе утро. Ну что, время обеда. Самое время поздороваться глаза в глаза. Еще раз привет-привет. Вышло солнышко. Но немножко еще морозно, то есть прям такой капели нету, неделя продолжает держаться. Ну, мороз небольшой, там, знаете, бывает минус 1, минус 2, минус 4, а вечером, ночью там минус 10. Ну, то есть вот такая вот еще пока ранняя холодная весна. Я сейчас буду варить спагетти и у меня куриные котлетки в овощном соусе. Кипячу воду, обновлю сегодня тарелочку. Блин, я так хочу съездить за еще тарелкой, за еще тарелками. То есть взять еще одну большую, 26 сантиметров, ну, потому что на нее, например, можно блины класть. Сейчас же масленица начинается. И взять две салатницы. Ну, салатницы, ну, я показывала, такие же, только они глубокие. Ну, их можно и под суп. Атмосфера of art. Ну, не знаю. Я понимаю, что я сейчас поеду, их наверняка уже нету. Короче, я в очередной раз убеждаюсь, что если ты хочешь что-то взять, и ты можешь это себе позволить, надо брать. Жизнь так коротка. Я, конечно, тарелок дохерища, но, блин. Слушайте, ну это же инстаграмные. Короче, могу себе позволить. Хочу, значит, могу. Ну, короче, как-то так. Цветок пахнет невероятно, просто невероятно. И главное, что коты его пока не грызут. Так, все, наверное. Вода у меня здесь вскипает. Да, все, сейчас буду варить спагетти. Будет обед. Что, девочки, обед готов. Паста де коклетки. Паста с котлетами. Знаете, некоторые называют котлеты коклетки. Вот паста де котлетки. Де коклетки. Мне приятного аппетита, вам тоже, если будете кушать. Ну что, та-дам, та-дам. Кресло приехало, кресло. Кресло, кресло. Ой, кресло. К нему как-то ножки отдельно, а это, собственно говоря, сама часть кресла. Ой. Все, девочки, сейчас будем распаковывать.
Сейчас коты проверят, можно ли это распаковывать. Давайте, ребятушки, вам нужно сейчас собраться и сделать проверку. Давайте, обнюхивайте. Все, девочки, иди, процесс пошел. Процесс идентификации. Что? Та-дам! Та-дам! Не знаю, кресло, по-моему, прекрасное. Вот явно сюда еще не хватает торшера, и все. Драть его должно быть неудобно, неприятно, потому что здесь микровелюр. Ну, то есть оно, это не должно доставлять котам удовольствие. В подарок положили подушку черную. Это, конечно... Прям больше вопросов, чем ответов. Но можно на нее заказать такую наволочку и в нужном цвете. Сделать, как говорится. Ну, вот как-то так. Я, конечно, вспотела. У меня тут кошачий Диснейленд, пока я вот это вот все сняла. Но это реально, блин. Как-то прям... Уф, too much. Ну, здесь пока этот слоник тайландский. Ну, в общем... И очень, ну, как бы очень даже нормально смотрится, не громоздкая, очень даже легко, легонько, легонькая промышленность. В общем, тут Диснейленд кошакам. Он пока так и останется, потому что я пока не представляю, как это компактно свернуть, чтобы вынести на мусорку. Ну и ну, Дульсинея ждет, чтобы сходить посмотреть, что у нас тут, как говорится, с креслом. В общем, короче, я не закончила мысль. Мысль в том, что кресло не кажется громоздким. Оно так очень достаточно легко и воздушно сюда вписалось. И будет удобно сидеть и смотреть телевизор. Потому что ну, на диване как бы он удобный, все, но смотреть телевизор все-таки долго не будешь, потому что очень близко. Ну и сюда, оказывается, нужен нам, оказывается, как я и предполагала, нам нужен торшер какой-то, чтобы завершить как бы так образ выходного дня. Ну вот, вот такие покупочки. Сидеть удобно. Ты прям вот так вот раз, расслабился. Единственное, для ножек, конечно, нужно какой-то еще бы пуфик по-хорошему. Потому что тут, ну, как бы, с ногами на кресло не залезешь. Ну, вот так вот прям, чтобы сесть, развалить все тело, расслабиться. Очень даже можно. Девочки, ссылочку оставлю внизу, вдруг кому-то интересно. Все, что, кошаки, уступать вам место? Должна пройти полная идентификация товара. Ну ладно, встаю. Он, естественно, пахнет новой вещью. Логично. Ну, в принципе, удобно. И на монитор смотреть. Ну, в смысле, на монитор. На телевизор удобно смотреть. В общем, я довольна. Ну, вот так вот, в принципе, он легонько вписывается во всю эту атмосферу. Кто-то сидит, а... нет, да не так, кто-то готовит, а ты сидишь, наблюдаешь. Ну вот единственное, да, торшер, он тоже будет очень здесь, кстати. Вот. Опять же, ножки, под ножками все видно. Робот-пылесос пролезет. Так, от одного кресла, от одного стула я от такого я буду избавляться. Но я не помню от какого. Старые стулья. Ой. Я их реставрировала, они у мамы стояли, я маленькая была, лет 20 этим стульем, а то и
каким лет 20? Я маленькая была, мне уже давно не 20. Ну, короче, этим стульям 40 с лишним лет. Между прочим. Я их реставрировала. Вот какой-то из них прям уже такой, знаете, на грани. Вот я сегодня... Вот этот, наверное, видите? Я один стул вынесу. Ну, вот как-то так, чтобы меньше было хлама в доме. В общем, пока осматриваем. Ну, вот я вам говорю, подушка черная, конечно, это вообще не к селу. Но вот если мы эту черную подушку оденем, например, вот так вот, поставим вот эту подушку в таком цвете, видите, это уже другой разговор, да? Да. Так, по подушке пока оставляю вот такой вариант. Черную я кому-нибудь подарю или выкину, но она вообще ни к селу, ни к городу. Этилер на нее не пялится, она очень слишком пузатая. Ну, короче, подушку кому-нибудь отдам. А это вот прям идеально вписалось. Это, мне кажется, как раз более удобный вариант. Да? Да. А эти подушки пусть здесь стоят. Ну, вот как-то так. Все, вот такая обновочка. Короче, как-то вот так собрала этот Диснейленд. И попробую его вот так вот как-то вручную вынести. Фу, пока собирала, вспотела еще раз. Ну и вот этот стул поедет в добрый путь, как говорится. Ну чудо же чудесное. Чудо расчудесное. Он не громоздкий. Знаете, я много этих кресел пересмотрела. Я не помню, полгода эти кресла выбираю. Мне хотелось что-то вот такое прям. Прям что-то. И чтобы с диваном так, знаете, по стилю сочеталось. Хотя тут другой материал. Он мягкий. Ну, типа его кошаком не должно... Для кошаков это не должно вызывать удовольствие, чтобы драть. Ну, посмотрим. Чё ж. Там все-таки более такой дирабельный материал. Но по стилю, знаете, они очень даже. Ну, хорошо, что они стоят не совсем рядом, потому что оттенки разные. Вроде серое-серое, но оттенки разные. Но, в любом случае, короче, я рада. Мне нужен здесь только торшер и все. Да? Что скажете? С тобой все понятно. А вы что скажете? Высказаться хочет, как всегда, только один, да? Но у тебя здесь Диснейленд, наслаждайся. Все, оставляю вас. Пошла дальше работать. А вы тут давайте мне. Аккуратнее.